Серьезная авария на перекрестке улиц Советской и Республиканской этим утром парализовала движение автомобилей. Дорогу не поделили Toyota и Volkswagen. Водитель японской иномарки не убедился в безопасности движения, выехал на главную дорогу и на скорости врезался в немецкую легковушку. Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило на ограждение. Машина зацепила светофор и завалилась на бок. Выбраться из автомобиля водителю помогли прохожие. Помощь мужчине на месте оказали медики. В деталях ДТП сейчас разбирается госавтоинспекция.